Александр Валерьевич, компания МБО. Наша компания работает на рынке с 1999 года. Является в настоящий момент производителем систем видеонаблюдения. На данной выставке мы представляем полную линейку наших видеокамер и открыли новое направление — это IP-видеонаблюдение. Нами был разработан IP-видеомодуль, который является основой для создания систем IP. На основе данного модуля можно создавать 2-мегапиксельные IP-видеокамеры. Также с помощью этого модуля мы производим уличные IP-видеокамеры и производим камеры, которые используются домовские, и поворотные камеры, управляемые по IP.